Привет всем! Хочу сегодня сделать небольшой маленький такой обзорчик. Мне тут фартануло подарочек, сыночек подарил. Но он не только мне, он и Кристине подарил. Я давно очень хотела эту штучку такую, смотрите. Это фитнес-браслет Xiaomi. У меня телефон к Xiaomi. Думаю, что подойдет. Кирилл подарил нам на 8 марта. Конечно, купил он это все. Ну, сегодня только 30 января, да. Но, естественно, никто бы не сдержался, в долгий ящик бы не откладывал. Я очень люблю часы в любом виде. Вообще любые. Хотите, я вам покажу, сколько у меня часов. Пойдемте. Вот, смотрите. Это механические, они идут неправильно, они, вернее, стоят. Они механические, и я их, ну, не заводила давно. Восемь часов. И вот они у меня всегда здесь лежат. Я вот утром, смотря какую одежду одеваю, да, какое у меня настроение, я... Кира воду пьет. Вкусная вода. Это я какое у меня настроение, какая в зависимости от одежды одеваю их, любые, какие мне нравятся, какие мне сегодня хочется одеть, и иду на работу. Поставила лампу кольцевую, потому что свет уже не очень. Так, ну давайте обзорчик. Так, ну свет вроде бы нормальный, да, я вот эту же кольцевуху еще поставила. Так, оно все еще запечатанное. Блин, надо было мне очки взять. Ну ладно. В спальне у меня просто. Пятый. Xiaomi 5. В 2020 году, да, у них выпуск был? Да, в 2020. Так, что нам здесь предлагают в комплекте? Покупал он в ДНС. Так, это сами часы или браслет. Вот такой вот он черный. Они выключены, да? Как они включаются? Красивые очень. Тут еще что-то есть. Я еще позвоню Кириллу, спрошу, какую программу надо скачать. Слышали меня во дворе? Соседи, бабушки с дедушками внизу. Так. Магнитная зарядка здесь. Ну, тут USB обычная. А здесь магнитная зарядка. А.
рисунок для идиота. Ух ты, ёбарзаты! Держится крепенько. Да. А, тут еще что-то есть. Что, зачем же вы так запечатали? А, инструкция. Фитнес-браслет. Так, на русском языке есть. Судя по приложение есть. Скачать по QR-коду. Это очень просто. Как тебя включить? Точно, я сейчас Кириллу звонить буду. Ух ты мой, я же я даже не качаю. Сейчас буду окей Google делать, а потом уже Кириллу. А потом уже окей Кирилл. Чудо он вынимается. Вытащить. Не знаю, как его включать, ребята. Как он включается? Он полностью севший. О, давайте попробуем. У меня здесь есть этот. Зарядка. Заряжен. Я ее не могу включить. Включила. Да, она заряжена. Короче, сейчас я чуть-чуть разберусь сейчас, ребята. Короче, ребята, это пипец, не прошло и полгода. Все, я его еле настроила. В общем, у нас тут беда произошла. Интернет, где-то отключился интернет. Еле вообще нашла. Ну, в общем, пипец. Я, наверное, часа два просидела. А Кирюха ничего до сих пор сделать не может. Психует. Дурдом. Говорит, он не включается, они оба не включаются у него. Но я говорю, сынок, ну не может же быть такого, что я единственный выбрала рабочий браслет. А, ну, и, кстати, они все проверены, и гарантия на работу полностью бесперебойную. Ну, короче, не знаю, но у меня уже все работает. Не знаю. Как он работает, я еще толком не знаю. Что ему надо сделать? Где он тут, в общем, что, как? Еще вообще абсолютно не разобралась. Но вот он работает. Время 19:03. То есть я больше часа разбиралась с ним. Сейчас Кирилл там психует, нервничает. Подключение делать по интернету. У нас у всех Wi-Fi включены. У нас здесь Freedom. Я вижу, у меня не работает Freedom. Идет оповещение, в общем, что не работает он. Я переключаюсь на... Ничего не соображаю. Переключаюсь на интернет мобильный. В общем, все заработало. А у Кирюха
ругается, там у него ничего не работает. Я ему говорю, позвони на службу поддержки. Служба поддержки Freedom всегда работает и всегда полностью, там буквально через 10 минут с тобой выходит на связь, там, я не знаю, кто, менеджер, мастер. В общем, они делают все возможное на расстоянии. Но у меня, по крайней мере, в последнее время они даже не приезжают, если вдруг что-то собьется в настройках. Они делают это онлайн. И он звонит, и написано, что в вашей местности происходят технические неполадки. Он психует. Я говорю, слушай, ну возьми завтра их на работу, эти браслеты. Я сама не поняла, как он включился. Вообще я ничего не поняла. Вообще дурдом, ребята. Но у меня работает. Я его настроила уже на звонок, и на будильник, и все-все-все. Но только надо, чтобы все время был включен Bluetooth. Ну, это понятно. О дальнейшей работе сообщу завтра. Такой коротенький у нас было это. Вот такой Xiaomi 5. Я аккаунт, слушайте, выскочили все аккаунты с Гугла. Я захожу на YouTube, вообще на YouTube не могу попасть. Пишут, вы вышли из аккаунта, хотя я толком ничего не делала. Я перезагружаю телефон, кричу, Кирилл, что-то происходит, то ли какая-то бомбардировка, я вообще не знаю, на аккаунты. Что-то надо делать, я перезагружаю телефон, давай еще немного. У нас, помните, была какая-то такая фигня с полгода назад с WhatsApp'ами у всех? Я захожу на Яндекс, на Дзен захожу, не могу войти вообще, у меня не включается. Не то, что я не могу зайти на собственную на собственный аккаунт, на собственную страницу. Я вообще не могу в YouTube зайти. Ну, в общем, короче, вот так вот все, какая-то билибердень произошла. Но у меня все получилось. Я говорю, сынок, давай оба успокоимся. Понимаете, я тут ее настраиваю, короче. Тут бабушка звонит, Кириллу звонит 10 раз. Что-то ей резко надо. Он... Пытаемся все быть деликатными. Не получается. В общем, я, короче, заработала. Я не хочу Кириллу звонить и говорить. Я, конечно... Не хочу хвастаться, но у меня все работает. Правда, еще до какой степени, ну, я не соображаю еще, как бы, да, где тут, что тут, как тут. Ну, вроде бы он сопрягся, и вот сейчас 77 ударов у меня сердце показывает. Че, как, пока понятия не имею. Инструкции толком вообще ничего нету, потому что когда ты подключаешься, вот этот QR-код, он сработал, все, там два приложения надо за это закачать. Ничего здесь не надо, потому что как только ты закачиваешь, ты только скачиваешь на телефон приложение, которое он определяет по QR-коду, сразу же идет настройка через телефон. Все, там полностью весь рост, будильники, шаги, в общем, вся-вся-вся фигня, там сон. И то я еще там половину не разобрала, я завтра буду разбираться. Вот это дело пока. Они, кстати, водонепроницаемые до 50 метров. Под водой, но, естественно, нырять с ними никто не собирается. Как минимум, хотя бы при мытье рук, чтобы не опасались. Но я снимала его, да, очень хорошо, крепенько сделано. Ну, все ж мы знаем, да, это ж не значит, что его надо в воде хранить. В общем, пипец. Короче, не было бы счастья, да, не, как, докупила бабка, не было хлопот, докупила бабка порося. Поезд деревянный, да. В общем, методом тыка я что-то разобралась. Кирилл там сейчас психовать начнет. Ужас. Говорит, не включаются уже 20 минут на зарядке. Вообще не, глухо. Я говорю, ну такого быть не может. Может, мы был включен. Мне кажется, надо сопрячься. Просто надо закачать этот. Даже не знаю. Завтра разбираться будем. Но у меня все работает, по крайней мере. Производитель гарантирует работу в течение 3 дней без подзарядки. Посмотрим. Ой, в общем, ребята, вот такие вот пироги. Ну, не могли же быть. Он трое их купил себе, Кристине и мне, и я выбрала. Он просто так вот 3 пачки кинул, говорит, на, какие выбирай. Но они все одинаковые, какие взяла, такие взяла. Но не может же быть такого, что я взяла именно это, работая. Хотя здесь написано, что производитель гарантирует полностью работу всю.
Но мы покупали ДНС, мы уже с ними работали. В ДНС нам очень понравилось, молодцы ребята. Мы брали в ДНС, который находится в Ахтырской, ПГТ Ахтырский. Молодцы, быстренько делают все, быстренько забирают, быстренько оформляют, быстренько все возвращают. Тут у нас с машинкой были небольшие проблемы, они пока везли, при транспортировке отошел провод. Нормально, короче, все они сделали, хотя на сайте везде написано в течение там 2-3 недель, но сделали за 5 дней. Я, естественно, отзыв хороший оставила, все. Приехали, забрали это. Ну, еще что будет завтра, я не знаю, там Кирилл, наверное, в шоке. Ну, ребята, ну, у меня вот все работает. Единственное, я еще полностью не разобралась в настройках. Они там повылазили, вибрация при звонке. Надо сейчас попробовать, чтобы мне Уляха позвонила. Вот. Потому что хвастаться я ему, конечно, не буду, Кириллу, что у меня все заработало. Иначе сейчас у него нервный срыв будет. В общем, все, пока-пока, ребята. Как что работает, я вам, конечно, сообщу. Такой вот подарок мне сделал сын на 8 марта. Спасибо ему огромное. Все, пока.